эфире служба новостей «Сарал-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Скованные морозом, горожан призывают не выходить на водоемы. Мой великий шелковый путь. Пушкинка начинает масштабный международный проект. Метель в студии «Образ». Саровчанам показали спектакль по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Далее расскажем обо всем подробно. 10-летний мальчик пропал в Нижегородской области 23 февраля. Его поиски продолжаются несколько дней. Следы ребенка обнаружили в акватории Волги. К поискам подключили спасателей. К сожалению, подобные трагедии происходят в стране практически каждый год. Выход на лед, особенно в конце зимы, начале весны, может привести к печальным последствиям. Каждый вторник департамент городского хозяйства получает данные о толщине льда на водоемах Сарова. На конец февраля ситуация такая. На Боровом лед 55 сантиметров, на Сатисе 43 сантиметра, на Саровке, где находится гидропост, толщина льда составляет 2 сантиметра. Постановлением администрации города Сарова сформирована профилактическая патрульная группа. В 2020 году, согласно положению по этой группе, ежемесячно группа выходит контролировать безопасность людей на водных объектах. Мы объезжаем водные объекты, основные места, где люди выходят на воду. Вот, вручаем памятки. В основном патрульные группы имеют дело с рыбаками, но встречаются и те, кто протоптанный по водоему тропой куда-то спешит. Кстати, выход на водоем в Сарове запрещен повсеместно, так же, как и выезд на транспорте и стоянка машин. Особенно эти запреты актуальны сейчас, когда приближается время половодья и лед становится рыхлым. По берегам водоемов стоят знаки, запрещающие выход на лед. И игнорирование запретов – это административное правонарушение. Однако же наблюдаем ситуацию, что тропы все равно там натоптаны. Обращаем внимание людей о том, что у нас переходы, переезда по льду нету нигде, ни на одном участке реки у нас таких мест нет, переправ. У нас достаточно в городе развита транспортная сеть. В первую очередь надо позаботиться о безопасности детей, которые могут наспор перейти по льду или покататься там на коньках. Родителям необходимо провести беседы и рассказать ребенку об опасности, что подстерегает его на воде, тем более весной. Снегопады и морозы до минус 6, который сменится потеплением до нуля. На этой неделе зима понемногу начнет уступать право весне. Однако до наступления тепла еще далеко, и небольшие оттепели будут сменяться похолоданием. В такую погоду гололед на улицах – привычное явление. Выходя из дома, надо быть осторожным, чтобы не получить травму при падении. Длившийся несколько дней снегопад закончился в воскресенье. Последний день недели принес нам потепление до плюс 3. Все, что успело нападать, растаяло, а ночью замерзло. И город вновь превратился в один большой каток. Выход из дома чреват приключениями для саровчан всех возрастов, от детей до пожилых, которые чаще всего и дольше страдают от последствий травм, полученных при падении на льду. По статистике, каждый третий человек старше 65 лет хоть раз за зиму допадает. Пожилые падают чаще, потому что страдают остеопорозом, болями в ногах, мышечными слабостями, головокружениями. Наиболее частые травмы – переломы лучевой или плечевой кости, лодыжек, голеностопного сустава. При падениях страдают позвонки, может возникнуть компрессионный перелом. Человек падает и старается как бы смягчить падение и выставлять вперед руку. Значит, либо падает, если на попу, то происходит перелом позвонка. Ну или если ногу сильно подвернул, она критично подворачивается и ломается кости голени. Травматологи советуют в гололед отказаться от каблуков, носить удобную обувь с нескользкой подошвой, пользоваться ледоступами. Передвигаться стоит аккуратно, не спешить ни в коем случае не бежать. Если вы все-таки упадете, не спешите вставать, прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы испытываете острую боль, вызывайте скорую. Если можете идти сами, в ближайшие дни лучше все равно показаться врачу. Все случаи индивидуальны. Есть травмы, которые при первичном обращении врач может пропустить. Их не видно на рентгене, так называемые скрытые травмы. И боль может сначала уйти, но потом неприятно ощущения вернуться. Потому что вот тот период, когда если травма легкая, то 4-5 дней достаточно, чтобы наступало улучшение. И в этом случае, конечно, наверное, не стоит обращаться в больницу, потому что поток он действительно сейчас большой. Вот. И можно просто обойтись общедоступными средствами. Мазь, холод, покой, повязочка, вот, ограничение нагрузок. И все пройдет бесследно, проблем не будет. Вот. А если боль, она сохраняется, то это однозначно нужно обратиться в больницу, не заниматься, так скажем, самолечением на авось, а когда-нибудь пройдет. Вот. Таким образом. В среднем восстановление после легких травм, ушибов и растяжений занимает 2-3 недели. Реабилитация после перелома от месяца, если есть перелом позвонка или значимое смещение от полугода.
Саровчане могут принять участие в фестивале авторской музыки и поэзии Ю-235. Его проводит проект «Школа Росатома» при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Заявки принимают до конца апреля. Конкурс проводит по 4 номинациям: авторская музыка, поэзия, авторская песня, исполнитель авторской песни. Подробности на сайте «Школы Росатома». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Новый вид помощи родителям может появиться в России. Это сертификат для новорожденных номиналом 30 тысяч рублей, который молодые родители могут потратить на товары первой необходимости. Депутаты предлагают выдавать его семьям, чьи доходы ниже 2 региональных прожиточных минимумов. Правительство утвердило план мероприятий года педагога и наставника. Одним из значимых событий станет большая учительская неделя. В сентябре-октябре 2023 года будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Директор года России», «Первый учитель» и других. Кроме того, в рамках недели пройдет съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета. В плане также отражены показатели эффективности проведения мероприятий года педагога и наставника. Главное из них – рост числа выпускников школ, которые поступают в педагогические вузы. Бешенство обнаружили у домашней собаки в Володарском районе. Заболевание подтвердилось после лабораторных исследований. В связи с этим на территории округа установили карантин. Напомним, бешенство – смертельное заболевание. Защитить от него поможет вакцинация. Сделать прививку своему домашнему питомцу можно бесплатно в государственной ветеринарной клинике. Масштабный проект «Мой великий шелковый путь» стартует в библиотеке имени Пушкина. На протяжении полугода в стенах библиотеки будут проходить встречи, мастер-классы, игровые программы, которые познакомят читателей с китайской культурой. Первый этап проекта – выставки детских рисунков китайских и русских ребят, а также картинных педагогов и саровских художников. Увидеть необычный ландшафт великого шелкового пути, древние города, провинцию Ганьсу и ее окрестности глазами китайских детей смогут саровчане. В библиотеке Пушкина с марта стартуют выставки картин. Экспозиция состоит из детских работ русских и китайских ребят, а также их педагогов, специалистов в области художественного образования Ассоциации ЮНЕСКО провинции Ганьсу Евгении Костериной и ее коллеги из Китая. На выставке представлены работы саровских художников. Мы поговорим о шелковом пути, о самом Китае, почему именно такое название получил вот этот торговый путь. Поговорим, затронем также архитектуру и культуру, и сам культурный обмен тех стран, через которые проходил этот торговый путь. Познакомившись с представленными рисунками и картинами, гости выставок смогут написать открытку автору той работы, которая им понравится, и она обязательно дойдет до адресата. В выставке часть масштабного проекта детской библиотеки «Мой великий шелковый путь», который будут реализовывать в нашем городе полгода. Название проект получил от знаменитого торгового пути, который несколько тысячелетий назад связывал страны Востока и Запада. В 21 веке ниточка легендарного пути соединила далекий Китай и маленький закрытый город. В ходе мероприятий, событий, которые мы придумали для наших читателей, для их родителей, и ребята, и взрослые смогут очень много узнать о Китае и открыть для себя эту страну по-разному, кто как захочет, кому как интереснее. Ведь можно поговорить побольше о китайской культуре, о китайской истории. Можно поговорить о каких-то открытиях и изобретениях, которые пришли к нам именно из Китая. Летом в рамках проекта пройдет игровая программа, посвященная китайским изобретениям. Также участники мастер-класса по китайским иероглифам Евгении Костериной смогут принять участие в другом проекте по культурному обмену «Живая палитра сердец». Их работы отправятся на выставку в Китай. Затем у нас уже 18 марта планируется семейная суббота, это уже наш библиотечный проект. И в рамках семейной субботы в марте мы тоже поговорим на китайскую тему. Уже подробнее остановимся на отдельных направлениях китайского искусства. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки без возрастных ограничений. Спектакль «Метель» студии «Образ» представили саровским зрителям. Это произведение режиссер Ирина Семенчук выбрала не случайно. В феврале 186 лет назад погиб Александр Сергеевич Пушкин. Новый спектакль – дань памяти величайшему русскому поэту. На сцене Театра православного творческого объединения «Мир» состоялась премьера спектакля «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина. Билеты на мероприятие разобрали через сутки после размещения объявления. Пришли дети, школьники, родители, пенсионеры, а перед ними выступали участники студии «Образ», саровчане, которые любили
любительски занимаются театральным искусством. Игра актеров, несмотря на то, что они любители, тем не менее, складывается ощущение, что они уже давно занимаются, по крайней мере, не профессионалы, но видно, что люди отдают себя спектаклю и действиям, эмоциям, которые происходят. Домашнюю обстановку изображал столик с самоваром и сундук, парк усадьбы, ветви в руках актеров и свистульки, имитирующие пение птиц. А метель актеры изображали с помощью динамичных движений, голоса, света и музыки. Шикарное платье актеров, соответствующее эпохе Пушкина, приколи к себе внимание зрителей. Мне понравилось, что все они вели себя естественно, непринужденно и артистично. И еще декораций никаких не было, а все понятно было. То есть вот это вот замечательно, это, наверное, находка все же режиссера. Это уже вторая постановка студии «Образ» под руководством режиссера Ирины Семенчук. Первый спектакль «С любимыми не расставайтесь» проходил 2 года назад. И за это время самодеятельные актеры профессионально выросли. Это такая студия, в которой происходит еще и обучение параллельно. Первый спектакль мы сделали «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Володина. И там мы работали над характером, характерностью. В этом спектакле мы в основном занимались сценической речью, художественным словом. Да, а на каком материале, как не на Пушкине, это всего лучше осуществить. В феврале отмечалась 186-я годовщина со дня трагической гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в память об этом в завершении спектакля актеры исполнили песню Светланы Бень «Черная речка». Какая встреча, такой им привет! Черная речка, черный пистолет, нас не тут два человечка, хлоп и одного уже нет, 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 нет. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус, ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 1 по 5 марта там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий, липовый или кремовый, донниковый, с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта, среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не котский каштан, который растет у нас, а именно там в горах он стрючковый, они его называют, то вот он выделяет около там 100-150 килограмм с гектара. Качество меда спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 1 по 5 марта с 10 до 18.00. И только в эти дни выгодная акция. Цветочный мед 3 килограмма всего за 1000 рублей. Цветочно-липовый 3 килограмма за 1200. Гречишный 3 килограмма за 1500 рублей и липовый мед 1800 рублей за 3 килограмма. Нет возможности прийти, доставим. Телефон плюс 7 927 064 1390. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.